Привет, друзья! Вы смотрите Банально ТВ и не только, потому что со мной еще и Рунтик, и сегодня мы продолжаем играть в самую известную игру в мире Брик Рикс. Привет, друзья! С вами Банально ТВ и не только, и потом... Короче, друзья, всем привет! Я забыл, о чем там дальше говорил. Сегодня мы поиграем в игру под названием Брик Рикс и вспомню наши старые добрые времена, когда мы с вами вхерачивали поезда на пушках. Сегодня решили мы, в общем, это вспомнить, повторить, так скажем, повторим. Можем повторить, вот. Как говорится. Вот, да, именно да, так и говорится. Да. Поэтому я уже стою на пушке. Извините. Вот. Мне нужно сделать так, чтобы этот поезд не проехал мимо меня. Короче, мне его... Ты уже в тебя попал? Подожди. Да подожди ты. Я уже попал. А, подожди, нет. Все, я еду. Все, не стреляй пока. Все нормально. Понял. Короче, ребят. Рунтик, помнишь? Тише. Помнишь времена, когда поезда... больше двух вагонов, больше одного вагона прыгали, скакали по всей карте. Помнишь времена, короче, когда поезда больше одного вагона, больше двух вагонов, короче, прыгали, скакали по карте? Я помню. Это было жестко, это ты попал, конечно, нормально. Короче, да, в чем, подожди, давай я объясню, в чем, короче, идея, да? В общем, турбо нужно проехать вот здесь, и там дальше, если он проедет, то это, допустим, такой какой-нибудь парный поезд, который везет еду для военных, которые обороняют, так сказать, от лего-нападения какой-либо город. А я такой лего-человечек, который должен разнести этот поезд, чтобы... Да ты нахера его остановил? Чтоб пока затриндел, чтоб я проехал. Ясно. А ты, кстати, поехал на моменте, да? Нормально, чтоб тебе было сложнее попасть. Ребята, везде нужны хитрости, так сказать, хитрости от Турбентия. Так, программа по воскресеньям выходит каждый день. Так, понял. А! Это было близко. Давай, 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 разгоняйся, разгоняйся, тише! Ой! Вот это было жестко, вот это реально было жестко. Да ну нахер. Я прям видел, как эта твоя капелька прям летела в меня, и я ее поймал. Да ну нахер, друзья, вы посмотрите, просто его в кашу размололо. Блин, нет, это было реально жестко. Я давно такого не видел в игре Брик Рикс, если честно, чтобы вот так вот прям взять... Это прям просто... жесть какая-то! Чё ты сказал? Жестко. Блин, смотри, тут даже двигатель лежит, вот он, я его взял, смотри. На, почини, почини! Да, давай, 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 починю, сейчас починю. Короче, я решаю, знаешь что? Я сажусь за пушку и убиваю тебя к хренам собачьим. Ну давай, давайте турбо теперь попробует меня разнести на этом поезде. Вот, для начала я поеду, так сказать, с прицепами, потом я поеду без прицепов. Вот, все, я поехал. Да, ребят, проблема в том, что у этой пушки у нее нет прицела. Да, это прям реально проблема на самом деле. Подожди, она вот, повыше. Я просто... А ты типа тапку в пол давил, да? Прям я там... ну да. А он медленный. Что, попал? Ой-ой-ой, нет, не попал. Почему, кстати, знаешь, вот здесь... О, попал! Так, тихо! Нет! Ты еще едешь, Блин, я мог бы поехать, но я поздно отцепил этот... А, все, блин, издали-то вообще хрен поймешь, попал, не попал. О, блин, ну красиво выглядит. Да, один вагон вообще развалился. Ты его прям, да, так сказать, опрокинул. Опрокинул. Ну, в принципе, это не так было жестко, как ты меня, конечно. Да, какой здесь развалился? Так, подожди. Ну, развалился, я имел в виду, упал. Да, это не так сложно. Давай я еще раз попробую все вагоны. Если что, ты попадешь в какой-либо старый, ну, типа... Кстати, ребят, посмотрите, как работает эта пушка. Она на какой-то, во-первых, на каких-то рельсах поворачивается, и тут вот эти ручки, они тоже шевелятся красиво. Не понял. Ахтунг, венгесюс дрейт! Стой, подожди, как ты сейчас меня назвал? Я уже еще еду. Я вижу. А-а-а! Что это было? Что это было? Короче, у меня упал микрофон. Ой-ой-ой-ой. Вот это сейчас будет самый опасный момент! Отцепляю! Ни хрена, ты отцепил, едешь? Да. Газуй! Это было максимально близко! Давай! Ай-ай, не, давай по вагонам! Повыше. О, ты что, отцепился? Нет, вот это попал! Вот это было круто! Ну это 5 баллов. О, блин, ну это реально просто садись 5, садись сразу. Ну мне понравилось, как ты отцеплял вагоны, когда я в них попадал. Да? Да, это было жестко. Кстати, я ж не по одному отцеплял. Это, да, я вот видел, тебе да, это было жестко. Да. А я отцепил только чисто все вообще вагоны. И они, кстати, все равно в меня врезались. Да. Блин, ну вот это я попал, я аж там это, заорал, да. Как небольно так, ну извините, пожалуйста. Мега эпик, я согласен. Да. Так, ну я предлагаю, у меня есть просто еще один паровозик, я могу его пробовать взять и на нем прокатиться.
Да, слушай, знаешь, что мне кажется? Короче, для того, чтобы было хотя бы чуть-чуть посложнее, надо все-таки, я думаю, поставить темное время суток, потому что что-то как-то легко, по-моему, попасть, да? Ну, давай, давай! И мне кажется, что надо еще переставить пушечку в другое место. Займись этим. Да я занят. Так, ну-ка, вот если я сюда поставлю, например, видно все будет или нет? Мы продолжаем. В общем, переместил пушку на горку. Я не знаю, мне кажется, что это должно быть сложнее. Ну, я хотел усложнить, так сказать. Подожди, только не едь. Я хотел усложнить, ладно, работу, так сказать, стрельщику, огнеметчику. Кто это такой-то? Огнеметчик, короче, будет гранатометчик. Будет пушечник. Пушечное мясо. Пушечник, да. Вот, и мы взяли вот такой вот паровозик, блин, он просто сласенький. Он офигенный. Блин, ребята, слушай, тихо, а тихо, вы тихо, посмотрели тихо, этот фонарь? Сейчас, тихо. Что такое? Да газуй, газуй, газуй. Ага. А, у тебя это... Ну, он какой-то реактивный, да. Фонарь вообще чётенький. Ну, фонарь вообще красивый. Блин, ребят, все-таки так, поработали над Брикриксом смачно. А вот, ой, и... ой, я тебя вижу. А отсюда невозможно попасть, блин, пушка вниз не опускается. Ну, переставь его, а я пока еду. Так, ну, переставлю, окей. Ставлю вот сюда. Ты можешь, кстати, с другой стороны вообще поставить? Нет, там с другой стороны сложно просто. Понял. Подожди, а где ты? Так. А вот неважно. Ну. А, вон я тебя вижу. А-а-а! Ё-моё! О, упал, блин! Ой, ой! Ни хрена! Что происходит? Реактивный двигатель, реактивный двигатель. Да, это типа как котел, короче, рванул. Блин, ну красиво. Смотри, там двигатель улетел. Жесть какая-то. Так, ну я предлагаю себе еще одну попыточку. Подожди, дай только посмотрю, да, посмотри, произошло. Развалилось с просто к хренам все. С паровозом, с паровозом. Паровозик, тыр-тыр-тыр. Не, ну его, по-моему, вообще просто в щель. Расхреначило в хламиночку. А вот это что за деталь такая вот здесь? Видишь, такая с золотым наконечником прям. Как будто какой-то электродвигатель, что-то. Охренеть, сколько деталей лего, это же вообще просто... Жесть, это просто жесть. Ладно, я пересоздаюсь тогда. Да? Ну окей, окей. Блин, просто я не знаю, куда поставить пушку реально, чтобы... Было сложно попасть. Ну, к сожалению, таких мест на Диком Западе нету. Да? Так, поддайте угольку. Поддать угольку? Ты что, расист? Не понял. Так, не понял. Значит, я поставил пушку просто подальше. Так, я хочу по тебе попасть, вот именно вот в этот момент. Ребят, смотри, как красиво. Ой, я отцепил случайно. Ну вот. Ну ладно. Что не стреляет-то? Я слишком разогнался. Блин! Нет, нет. На! Не попадешь. А я что, не попал? Нет. Так, ладно. Пока он не попадает, ребят, давайте еще раз. Я понял, на нем разгоняться не надо. Я так понял, что если отцепить хоть один вагон, то, типа, знаешь, тяги становится слишком мало, грубо говоря, то есть тяжести. И он слишком быстро разгоняется. И ломается к хренам собачьим, как говорил мой друг. Кто такой? Так, ты слишком низко, кстати, стреляешь. Да. Ой! А я тебя сейчас вообще, кстати, даже не вижу. Ой! Надо быть готовым, если что, отцеплять, ребят. Это высоко. Да, если что, постараюсь стрелять именно... О-о-о-о! Постарался! Вот это постарался! Чисто в лицо, чисто в лицо, блин. А я, кстати, тебя даже практически не видел. Я видел только вот этот твой фонарик и все. Больше, ой, больше ничего не видел. Да, ну это реально было жестко. Бах-бах-бах, короче, взорвался. Жалко Марка, Марк хороший был. Улетел, ах-бах, все, короче, да. Понятно, ясно. Да. Так, я думаю, что по повреждению, правда, не знаю, что нужно рассматривать. Мне кажется, это все, это тотал, однозначно. Тотал-мотал. Так, давай-ка все, вылезай отсюда. Именно так, да. Теперь, давай, я попробую проходить. Да, дорогие друзья, теперь я на пушке, я пушечник, я Пушкин Иван так, Алексеевич. Я, короче, Александр Сергеевич. Сумничать и отключить этот фонарик, ну, не получилось. А, стоп, а как не газовать? А, тут все, если ты газ нажал, он больше не остановится? Да, ну, наверное, я не знаю. Ой, я понял вас. Я что, попал? Нет, нет, а нет. А что происходит? Да я этот, как его? Долден. Да, именно так. Так, я вижу твой глаз, да. Вижу твой фонарик. Все, что я вижу. Ну, видеть мой глаз. Ты едешь или нет? Да. Не, я что-то нажал. И оно перестало работать. Ребята, что он делает? Ой, нифига тут. Блин, а сколько он должен ехать? 40, он 50 едет. Оу, оу, оу. Пожалуйста, не надо. Не, там тормозить можно вроде. На С. А, да, тормозить можно. Ой, а что-то улетел. Я? А, не, подождите, что? Что это было? Ребята, вы видели эту змею сейчас? Да, ну да, есть иногда такое бывает чуть-чуть. Понял. Так, стоять, я пока. Блин, ребята, извиняюсь, что Рунтик иногда разговаривает как робот, я не знаю, из-за чего это. Я попал? Да. Подожди, а ты едешь еще, да? Да.
Вот это салют! Я ехал не по железке уже. А, да? Да, чисто катился уже. Жестко, жестко. Давай еще раз. Ну ты да, разнес, согласен. Я думаю, что надо что? Надо что-то поменять немножко, нужно что-то. Ну возьми другой поезд, например. Я уже на этом поехал. А, что поменять? Допустим, когда ставить на каком-нибудь интересное место, может быть, пушку. Ага. Кто я, какой не знаю. Ну если что, еду. Едь, я пока подумаю. Хорошо. Ты рассчитываешь? Я, да. Стоять. Я не понимаю, что происходит. О, давай ты вообще не будешь знать, где я. Красиво, ребят. А чё мне это дает? Не знаю. Эффект неожиданности. Блин, пушка не в ту сторону. Ёпс тудей. Так. Ну-ка, подожди. Вот нормально, ребят. О, ты не знаешь, где я? Ну, сейчас узнаю. Подожди. Я тебя... Блин, ребят, видите вот этот маленький огонек? Мне надо в него попасть. Я близко, нет? Я попадаю, нет? Хоть ты говори там. Я думал, что это ты, а это те патроны, которые летят от тебя. Это даже не ты. Что-то я хоть рядом попадаю, нет? Не, вообще нет. Ты вон далеко вообще, очень. Тебе надо повыше. А, наоборот, повыше? Да, повыше. Да где ты? Я тебя реально не вижу. А, реально выше. Ой, а ты тоже, ну, не. Не понял. Ничего себе! Попал! Попал? Да! Ты упал? Да! Тогда-ка я посмотрю. Где? Там дальше. Я очень далеко был. Ни хрена себе, я так далеко был! Я что-то не думал, что я так далеко. Подожди, а дай-ка я теперь тоже попробую отсюда по тебе. Давай. Не, ну только возьми уже какой-нибудь другой поезд. Я думаю, что на этом может быть уже кончик заканчивать. Ну что ж, друзья, мы продолжаем. Последний поезд на сегодня. Я причем, понимаешь, у меня даже уже сглаживания не хватает, чтобы хотя бы понять вообще. А ты на том же месте? Да. Хорош. Блин, ребята, посмотрите, на каком я поезде. Это какой-то суровый школьник. Поезд школьник просто, понимаете? Там вообще хоть близко нет вообще, чё кого. Не, ну я сейчас дальше пройду, тихо, главное не свалиться. А, я понял, куда патроны падают, подожди, не. А ты меня видишь, нет? А, я дурак. Я смогу, спорим, я смогу поставить прям на рельсы. Надо еще выше. Так, это, по-моему, уже близко. Я тебя даже, по-моему, уже вижу. Ладно, я заново поеду. Извини. Лучше не разгоняться больше 40. Ясно. Метров. Я вообще хотя бы... Рядом? Да я не вижу тебя. Нет, стреляю. Да и стреляю. А, ну да, сильнее тебе надо. Выше? Выше, да. Еще выше. Да это понятно. Это пока патрон долетит, я уже тебя спросил. О, ну вот это близко было. Ну не ко мне, а к железной дороге. Понял. Все, я тихонечко еду. Просто тут надо на такое упреждение брать, это вообще. Да, вот это ты прям попал, если бы ты через минуту попал, то ты попал. Понял? Понял. Бан. Это было мимо. Понял. Я просто не могу понять, там есть какая-то хрень, это ты или не ты? А, подожди, я сейчас включу, я забыл, вот. Все, я свечусь. Отлично, я все равно ни хера. Вот вообще, нет, это не ты, это... Стоп, это... Это ты или не ты? Ой, это было близко. Да? Да, это было очень близко. Это было страшно и ужасно. Я тебя даже не вижу. Страшно. Блин, ребят, он меня не видит. Да, это было близко опять. А ты уже уехал. Ну, я еду, да. Ой-ой-ой, Ден, это надо, это далековато от меня. Да, тебе надо уже мне брать ближе к себе. Да, ой. Ага, все, я тебя вижу. Видишь мой одноглазый глаз? Да, нет, глаз не вижу, ты пока в другую сторону едешь от меня. Ой, это было, ну это высоко. Блин, это капец. Это очень высоко, да. Ух! Блин, ты понимаешь, что вот этот ух был, это я стрельнул, и я уже потом еще раз стрельнул. Но все равно, это все мимо, это все далеко. Вот это близко.
О, это тоже очень близко было, но ты не попал. Ой-ой-ой, вот это ты пропал в железную дорогу, но я до него еще не доехал. На, сейчас попал. Сейчас нет, не попал. Вот сейчас попал. 100%. Нет, не попал. Да как так-то? Ох, близко. О, близко. Давай-давай-давай! Не, это мимо. Я сейчас до моста доеду такими темпами. Не доедешь, не доедешь, не доедешь! Ну, ребята, вы понимаете, кто здесь самый главный снайпер? Да? Это точно не ты. Ой-ой-ой! Тихо, отцепить! А, нет, отцепить! Есть! Блин, я не успел отцепить, ё-моё! Блин, ну, я могу признать, это было... Это было жестко, это было красиво. Тяжко, да. Я не успел... Ай, ой! Есть! Все, ну ладно. О, капец, он улетел. Ты тоже? Фу, блин, ну это было реально прям очень тяжко. Слушай, вот прям да. Поставил пушку туда, откуда прям вот попасть. Да, ну, вот ты хотел, видишь? Да, это было четко. Вот это мне прям понравилось, было интересно. Согласен. Вот, я думаю, что... Что с ним происходит? Боже его колбасит, мой. Колбаса. Да, да, вообще жесть. Короче, я думаю, что получилась очень интересная серия по игре Brick Riggs. Вы обязательно ее оцените, друзья. Поставите лайк, подпишитесь на наши каналчики. А вам всем удачи, друзья, и всем пока-пока. Пока-пока.